Друзья, всем большой привет! Как известно, компания Mercedes понемногу переходит на электротягу. Ранее заявлялось, что с 2025 года все новые модели будут получать только электрические силовые установки, а к 2030 году они и вовсе откажутся от производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Но недавнее заявление немецкого бренда дало понять, что они поспешили с таким решением, и эта дата будет передвинута, как минимум до 2038 года. Тем не менее, мы видим, что работа в этом направлении идет полным ходом. Доказательством тому является появление полностью электрического Гелендвагена. Если говорить кратко о новом гелике, то он практически ничем не отличается от своего бензинового собрата, внешне и внутри. Даже платформа у моделей одна и та же. Но силовые установки, конечно, разные. Под полом электрического варианта находятся литий-ионные батареи емкостью 116 кВт-часов, которые работают в паре с четырьмя электромоторами по одному на каждом колесе, которые в совокупности выдают 587 лошадиных сил и 1164 ньютон-метра крутящего момента. В итоге показатели разгона и общего запаса хода довольно неплохие. Большой квадратный внедорожник с массой более чем 3 тонны сможет разогнаться до первой сотни всего за 4,7 секунды. Максимальная развить 180 км в час и проехать на одной зарядке примерно 473 км. На старте продаж новинка будет доступна только с этой силовой установкой и в двух комплектациях – обычной и эксклюзивной Edition One. Спасибо за просмотр! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!